Всем привет! Я прототип создательницы канала Элиас Гача. И сегодня будет туториал по обработке глаз в Гача Лайф. Прошу не судить строго, это первое видео подобного формата. Ну что ж, теперь не буду медлить и начнем наш туториал. Итак, первый этап. Заходим в Gacha Life. Выбираем персонаж для обработки. И желательно убирать блики, потому что если вы не уберете блики, тогда будет не особо удобно делать саму обработку глаз. Далее помещаем персонажа на одноцветный фон и делаем скриншот. Второй этап – это мы заходим в приложение Background Eraser и нажимаем на эту штучку. И выбираем скриншот. Обрезаем так, как вам удобно. Убираем ауто. И с помощью этой прекрасной вещи убираем задний фон. После этого, это смотря как вам удобно, убираем двоечку или же троечку. Мне удобнее убирать двоечку. После этого нажимаем на кнопочку Finish. Третий этап – это сама обработка глаз. Сходим в вашу галерею в Ibis Paint. Далее импортировать фото. И выбираете ту фотографию, которую вы недавно вырезали. Далее создаем два слоя. А на втором слое, который вы создали, выбираем функцию «Добавить». Далее приближаем как можно ближе к глазам и выбираем слой выбора. Далее выбираем палочки и начинаем делать то, что я делаю. После этого переходим на второй слой. Далее берем аэрограф обычный и проводим кисточкой сверху. После этого немножко сужаем кисточку на 5.0. И проводим по бокам. Также снизу. После этого переходим на третий слой. И делаем то, что делаю я.
Данные действия зависят от того, какого цвета глаза у вашего персонажа. Далее убираем слой выбора и переходим обратно на второй слой. После этого делаем белый цвет и делаем блики. Блики вы, конечно, можете сделать на ваше усмотрение, или же можете сделать такие, как на этом видео. Далее сохраняем то, что вы сделали. И легкая обработка глаз готова. Итак, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео-туториал оказалось хотя бы немножко полезным. С вами был Портотип канала Элиас Гача. Всем до скорых встреч. Пока-пока.